корт симпатичный. В обвесиках. Разводочка хорошая у него. Мотор обычный, теговский. Овощной, говорит, коллега, говорит, полторашка. 150 сил. На автомате. Салон ухоженный, кстати, довольно-таки. Смотрите, по состоянию. Нигде ничего не протерто, все четко, все красиво. Чистая Япония, и запах такой же, ребята. Смотрите, смотрите, как сзади ковры лежат. Очень хорошее состояние. Давно на ней едешь? Второй год. Следишь просто так? Да. И брал в отличном идеале, да? Брал второй. Состояние прямо, прямо так вообще, прямо состояние. Солнце зашло, сука. Рамка даже на номере отгибная, ТВД. Диски на 15, по-моему. Целом, новый рабочий день. Всем привет, ребята. Все, заправили его, уехал. Так, Subaru. Тут у нас 450 грамм фреона. Он работает, в принципе, но что-то владельцу не нравится. Фреона у меня осталось 2 баллона. На нее хватит точно. Посмотрим, что у нее по салону. На зиме он еще ездит. Тоже автомат. Тоже, кстати, ухоженный салон. Сиденья в нормале еще. Коврик вот с такой железякой. Это железка так и была, да, на коврике? Я сам заказывал. Заказывал? И что, обходится дорого? Железка, по-моему, 500. Ну, в ней так, необходимость, это кто... Все равно скользит, да? Кто ездит в обуви более... А, чтобы не продавливалось. Офисной, с каблуком. Тогда спустя год, говорят, продавливаться. А главный атрибут этого года. Ну да, это атрибут этого года, да. Ну, далеко не у всех. Есть куча людей, приезжающих ко мне, надо мной смеющихся. Да их проблемы, как говорится. Сзади обычное сиденье, то есть самый, блин, да, самая нищенская комплектация, говорит. Сам хозяин. Хотя уже есть стеклоподъемники и кондиционер, в отличие от Жигулей. Значит, не нищенская, значит, это лучше, чем в Жигулях, по крайней мере, уже. Главное, лифт переднего водительского сиденья есть, все остальное. Да, кстати, смотрите, какая ручка здоровая, она поднимается, опускается. В общем, вот такая импреза. Еще, наверное, переднеприводная, да? Пол Subaru. Он наполовину Subaru. Так, пару надо следить, а то она взорвется у нас, нахер, на заправку. Это пол Subaru. Вот они. Так, чтобы были звуки слышны. Апокалипсиса. Филтр или что это такое? Спустили у него фреон полностью, заправляем новый. Заводи, включай кондёр. Вентилятор на полную, температуру на минимум. Закрылки 15. И посиди, 1500, пожалуйста, подержи. Мотор у него обычный. Компрессор качает отлично. Погнали. Есть у него окошко тоже. То есть все как надо. Заправить очень просто такую машину. Пойдем покажу, где у тебя фреон выходит. И всем, ребята, тоже самодиагностика так бы, как бы. Вот видишь, я угол мокрого радиатора. Мокрое масло. Там фильтр-осушитель находится, вот эта вот вертикальная банка, фильтр-осушитель. И вот у него внизу пластиковая пробка. И скорее с него зимой точно травит. Сейчас вроде нормально все. Сейчас еще проверим. Сейчас все держится. То есть она, эта пробка нагрелась, грубо говоря, и нормально все. Под ней резинка. И зимой на морозе она сжимается резинкой и начинает травить, через нее выходить. Сейчас нормально, сейчас держишь. То есть лето ты отъездишь. И потом менять резинку и уже, ну, если не отъездишь, приезжай, по гарантии будем менять, снова заправлять. В общем, у тебя там выходило зимой точно, сейчас вроде держит. Сейчас никаких пузырей не надувается. Все, опять пошел дождь. Работа моя на сегодня кончилась, ребята. Это Миша идет. Заходи. О, молодец. Перчатка, все как надо. Пулеметом, да? Покажи пулемет свой. Дробовик. Дробовик у тебя есть. Молодец. Патрон. Все как надо. Все, приехали на работу. Выходи, пойдем исследовать. Только дробовик для этого нужен? Да. Погуляем с Мишкой маленькой по окрестностям. Как это платьишко снять? Да я лучше его сниму. Ну давай, снимай. Это тебе жарко как? Уже сейчас. Сейчас тебе помогу. Защитный халат. Мышкин кот. Мишка сидит в своей новой шапке. Сливаем старый фреон. Вот что я у вас увидел, смотрите. Просто стоит зимняя картонка.
точно. Я забыл вытащить. Ничего себе. Да, вот еще одна торчит. Две картонки. Вот так вот люди забывают. Справлялся, да, с картонками. Ну, я вижу, помощник, да. Тут продолжается борьба с картонкой. Хватит поливать баллоны. Ну, сейчас получше, чувствуешь? Да. Еще один довольный клиент, подписчик, кстати. Так, а тут у нас плакат вчера притаранили, привязали на проволоке. Перекрывает улицу перелета, я так понял. Велосипедист приехал заправляться. Скажет, заправиться надо. Где у тебя заливные головины? Песня поет. Тополиный пух, жара, это июнь, да? Это называется. Вместо снега идет пух. Этого вот не было. Тополиный пух, жара, июнь. Что там дальше, не помню. Про ночи, да? Да. А, типа почистишь, а потом в ночь. Ночи такие теплые или темные. Кстати, вот Subaru любит греться очень хорошо, поэтому это лучше тебе чаще. Ну да, считаете, теплообмен сейчас улучшится. Ну, без кондиции, это хорошая вещь. Ну да, целый час ее делал. Щеточку. Только жалко, щетка маленькая. Армии попахивает. А там что делается, опять мне не везет, опять идет дождина, небо все черное. Поработали. Сейчас дождь меня выгонится. Поехали, продолжаем. Охуища, окошко еще делается. Вот она, духота страшная, стоит. Даже на айфоне загорелось предупреждение, охладите устройство, чтобы использовать вспышку. Здесь даже фон перегрелся. Сейчас скоро дунет. Здрасте, Opel еще, ну, приехал, устали, под конец. Да. Беленький, красивый, симпатичный. Да, блядь. Что-то, говорит, 4 дня ездил нормально, говорит, ну, херака это. И что-то, говорит, перестал. Хорошо так работал, 1-2-3 раза, по-моему. Свет. И все, а у меня не ударит постоянно. Недавно заправлялись, да? Ну, мы, да, вот, 18 числа, посмотрим. Открывайте капот, посмотрим. Экотек. Где-то, наверное, дырочка. На радиаторе вроде супер. Заглушить не надо? Заглушите. Начинается ад, блин. Надо успеть как-то. Пиздец сейчас будет, походу. Ну, кое-как успели мы закончить. Залез в машину, сижу, жду. Баллоны еще держатся, стоят пока. Надо, наверное, отъехать маленько, но у меня плакат этот рухнет. Ух, там бомбанула молния какая. Приехало 3 машины. Хорошо. А завтра вообще дожди, и вся неделя впереди дождливая. Баллоны выстояли бурю. Стримчик, но с одним кондиционером. Так, сейчас, ребята, что-то покажу, смотрим. У него фильтр салонный. Вытаскиваю первый раз, еще не вытаскивал. Но поток воздуха слабоватый. Говорят, поменяли в СТО. А на самом деле, вот он, как видите, здесь уж жестоко, жестоко обманули. Полностью забитый фильтр. Ему уже года, наверное, полтора, не меньше. Его выбрасываем. Через него дышать нельзя, не рекомендуется. Вот так вот. Но нифига они не меняли его. А если мы без фильтра сейчас, что будет? Ничего не будет. Недельку поездить можно вполне. Они часто говорят, да, что меняли, а на самом деле нихера не меняли. Обманывают. Вот этому фильтру точно больше года, вот 100%. Вон, видишь, какой дождь идет. Гроза бабахнула, молния. Страшно тебе в такой одежде? Нет? Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повырялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: «Водички, попей! А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу полезешь, пришибет!» Раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно. Водички, водички. Двери Карташа, локация «Темный лес». Сталкер играет. Любит играть сталкер. 4 части сталкера я прошел. Ты прошел 4 части сталкера? Да. Фига.
Вот он, домик дяденьки. Готов к исследованию? Да. Давай, начинай. Рассказывай, что видишь. А тут из палатки навстречу ему высовывается рука из-за горла его. Цап! И такой сиплый голосок отзывается тихонько. А тебе моя водичка зачем нужна? Бочка-коптилка. Веранда летняя. Идем туда. В дробовике. В дробовике ты тут стреляешь, может быть, осечка. По траве не ходи. О, ты лягушку пропустил. Вот она, лягушка. Вот она, вот она, вот она. Девация. Надо возвращаться. Да, туда мы не пойдем, там болотистая местность. Надо возвращаться на вторую локацию. Пойдем мимо домика опять. Туда пойдем. Убегает комаров. Комаров здесь туча просто вообще. Запомните. Туда тоже не пойдем, там трава высокая, Миша. Комаров здесь капец. Кстати, смотрел по телевизору. Все комары, оказывается, улетели в Ненецкий округ, в общем. Там, на северо-восток страны. Там комаров просто. Почему у нас мало комаров? Потому что все улетели туда. И там они сидят просто слоем прямо с их созданий, с одежды чищают. Здесь радиация. Здесь шалит. Радиация, да, шалит. На локации. Радиация на локации. Идем обратно. На локацию дорога. Небо-то темное. Скоро выйдет выброс. Ты уже знаешь, куда прятаться от выброса? Ну, от выброса надо машину и одевать противовыбросный плащ. Вот так. Выживет только один при выбросе? Да, если надевать. Потому что плащ один, да? Да. Чем у меня сын готов к выбросам. Так. Он у меня любит всякие автоматы, пулеметы. Дома их штук, наверное, 50. Из них 48 уже в разобранном виде все, по запчастям. Все разобрал, что можно. Любит их очень разбирать. Ну, не все, но у меня остались целые пушки, но разбирать я точно люблю. Цивилизация, картошка растет. И вот локация, дорога. Обедаем, барни. У меня 75 жизек. Когда я поем, у меня будет 100 жизек. Кто может на этой барне прыгать потом весь день, как шарик. Лупит туда пойти. Еще патроны есть. Взял сына с собой на работу, называется. Стреляет во все. Патроны. Папа мне шапку сделал. Крутяча шапка. Поверни голову. Чистонебовца. Вот так вот, чистонебовца. Так, все, слили. Собака. Собака вытирает какашку на жопе. Он не может ее вытереть. Да, один раз вытащил одеяло. Причем владелец утверждал, что у него ничего там нету. А я залез, вытащил нас про него одеяльце маленькое. Вот так даже было, да. Пускаем до конца. Старый. Разбираются. Приехал Субарик SF5. Тоже с грязным радиатором, он у них аж грелся. Заставил чистить. Кондиционер включает, у него температура росла в красную зону. Потому что там было сено, наверное, полкило и грязи. Только взяли недавно. Испытывают, короче. У меня был точно такой вот цвет, ребята, Субарика, зеленый, темно-зеленый у меня был тоже. Цвет такой, зеленый крокодил. Да, у меня такой, точно родной цвет. И Хондочка приехала с Мюген решеточкой. Престиж Перформанс. С красивыми накладками на ремни, офигенными. На Али такие накладки, да? Вообще огонь.